Клобок, клобок. Я тебя съем. Что ты сказал? Принимай, что стоим-то? Это кто такой-то? Это Шлихач. Кто? Серега Сотников, замначальник нашего розыска. Уважаемые подписчики Жени, 3 дня назад к нам в гостиницу приехал какой-то мужик. И Женя с ним уехал. Огнестрел у нас. Да тут не только огнестрел, тут вон ножевое. Давненько у нас такого не было. Я уже вижу заголовки. Известная, московская. Как ее там? Блогерша. Блогерша? Блогерша. Еще хуже. Найдена мертвой в Сочи. Нам из Москвы прислали подмогу. Старший следователь по особо важным делам Ирина Назарова. Вам куда? В гостиницу? В бар? Или сразу ко мне? Как вам новый следователь? Ну, что такая, так длинная. Соблюдайте субординацию. Ага. Тебе вообще не интересно, что эти двое делали здесь? Ночью, вдвоем. А это вы и сами в состоянии выяснить. У нас президентский форум на носу. А у тебя такой бардак. Да залетные какие-то. Эту блогершу ее дружка постреляли. Я знаю, кто убил Тихомирова и Переловича. Я здесь для того, чтобы с вашей помощью поймать и обезвредить банду рецидивистов. А я думаю, что мы сами справимся. Одно дело делаем. Да, только по-разному. На пол живо! Уголовный розыск! За прошлую неделю событий больше, чем за 10 лет. Лихач! Такой погонял заслужить надо!